Доброго всем времени суток, с вами Текстер и One Military Camp, игрушка, в которую я залип так, как давно ни в какую не залипал. Очень увлекательная игрушка. И анимацию хорошо сделали, и геймплей интересный, прям обалдеть. Так, главное опять не залипнуть на час с лишним. А у меня тут апгрейд ждет сервиса, и у меня со столовкой беда. Тут просто очереди выстраиваются. Но я хочу дождаться вот этой миссии, потому что я надеюсь, что у меня... над едой как прошло. Что у меня отхватят вот эту вот территорию. Тут, правда, я не вижу зданий, где можно что-то поиметь. Ну, хотя бы деньги будут. Потому что я вот еду более дешевую нашел, а больше я пока ничего не нашел. И это плохо. Хараби бегать. Yes, sir. Готов к специализации. Кто ты у нас? Джаггернаут. Yes, sir. Все, джаггернаутов наплодилось более чем. 3 джаггернаута, 3 снайпера. Но я из них буду потом делать там команды или еще кого-то. Так что, наверное, кто у меня один? А, один рекорд, нормально. Этих всех по 2, ну хорошо, больше пока никого не беру. Что расход 2000, это много. Так, сидим. Вот этот мужик на вышке. Yes, sir. Жрать нечего. Ничего, я думаю, продержится какое-то время. Сейчас бабло будет. Сейчас разберем. Ну, если будет. Ну, как минимум, будет просто денег мне насыпано. Чпок, привезли. Одна столовка уже все не справляется никак. А вот этот мужик на вышке. Он видит шпиона, подходит к нему, шпион бросает дымовую бомбу и пропадает. То есть он не ловит, ничего не убивает. Что там, ушел? Ну и ладно. Так. Есть. Great victory, squad! Go take some rest and get ready for the next mission. Опять миссия на время. А, Джантин, это... Джантин Рузвельт. Встречаешь шпион, вот на маленький подарочек. Криминал. Ну, короче, кыш. Ты нас не напугаешь, да, иди отсюда. Так, что у нас тут? Нужна команда, команда нет, а вот сюда могу отправить. Дайте посмотрим, что у меня есть. Пилот раз, пилот два, не пилот, джаггернаут есть, снайпер есть. А нужно когда авиатор расчехлиться. Погодите, а мне... А я захватил. А чё, вот тут эрудиты и медики. Конечно, хорошо бы. Погодите, она там сидит же. А вот... А, вот как звездочки открывают. Смотрите, лагерь с одной звездочкой, лагерь с двумя звездочками. Я вот только не знаю, а мне переезжать туда придется или что? Непонятно. Ну ладно. Просто если два лагеря, вообще задолбаюсь, мне уже не им прыгать. Ок. А, деньги в плюсе. Деньги в плюсе. Поэтому бахаем сначала столовку. Столовка прям беда-беда. Столовка у меня третьего уровня. А что там места-то нет? Давай сюда. Так, секундочку. У меня повар тут бегает. 59 пока бегает. Так, повара. Повар. Нанят. Ха-ха, да. У тебя какие проблемы? Спать любят. Врач и повар. Вот ты поедешь. Быстро у меня деньги кончились, да? Такое, да. Давайте заапгрейдим это дело. Как минимум у них эффективность поднимется. Так, два днём.
2 днем, 1 днем. Итого 5 днем. 5 днем из 9, 4 ночи. Ну, нормально. Терпимо. Команды я еще не сделал. Команды. Так. Что у нас тут? Радиус увеличить. Больше работников. Антидроновая батарея. Давай расчехлим антидроновую батарею. И давайте ее, наверное, построим. Так, антидроновая батарея. Тон дефенс. А вот тут я немножко не подумал. Что именно я не подумал? А... Слушай, мне вот это вот как-то прикрывать надо. О, офигенно. И там люди не должны работать, да? Не, люди не должны. А вы тут что делаете? А, повара ходят, нормально. Уже два морочатся с этими... С ногами-то. Погодите, это медики. А вот солдаты. Один из восьми... А, все понял. Восемь орыл, нормально. Вот Out of Service, это что его долбануло, хотел бы я знать. Мне кажется, дрон. Второй раз уже взрывает. Ладно, ладно, наберем и денег наберем, всего наберем. А что у нас тут по миссии? Авиатор. Есть. Пошел. Так, что тут по поварам? 76, 91, 82. И одного повара сюда надо. Так, мне нужна быстрота. Что тут? 72. А, в принципе, неплох товарищ. Очень быстрый. Но я загоню его в новую столовку. Yes, sir. Вот она. Copy that, boss. А повара из новой столовки я отправлю немножко прокачаться. Все, миссия в прогрессе, все пошло. Это сейчас починит. В принципе, мне нужно какое-то время посидеть на плюсе, чтобы накопилось побольше денег. Кончаются патроны. Да, да, да. Сервиса не хватает. Где если... Давай посмотрим, что апнулось. До сотни чего человек вместимость. Офигеть. План пока не надо. Ну вот на 0,05% ранения это смешно уменьшать. Рекрут-центр вообще не собираюсь трогать. Премиум хаос не уперлась. А, быстрее. Это нет, не надо мне. Я вот на эти разглядываю, думаю, так, надо мне, не надо. Нет, мне кажется, основные вот эти качалки, да, надо. А вот это все вот так. Давай в охрану буду сейчас упороться. Это без денег, это чисто наука. Что у нас тут сидит? Тут сидит. Ресерчер 96. Yes, sir. Consider it done, boss. Кто еще сидит? Но сидит еще ресерчер, у него 70, пока еще посидит. Так, кто убог и туп? Yes, sir. Да, сэр. Sure thing. Иди.
Смотрите, очень популярен сад этот. У меня даже... Где это здание? А, ну тут тоже, в принципе, ходят. Нормально. Почему я на тетку не могу наагриться? Смотрите, она же есть. А, это не на нее стрелка. Все. А тут это аптечник будет. Хорошо. И вот сюда еще можно. Давайте я... Я понимаю, что это деньги. Но мне очень хочется. Все. 75%. Ко мне там, по-моему, ученые пойдут, что-то в этом духе. Ну, у меня сейчас будут деньги. Ой, хорошо. Нравится на это смотреть. Два 500. Вышку апнуть. А, антидрон-то у меня уже есть. Так, вышку апнем. Все, есть? Давайте. Good job, soldiers. The enemy won't потерял летчика. Летчика потерял. Господа, мне нужен летчик. А что у нас делает летчик? Красно-синий. Летчик красно-синий. Медик. Да-да. Медик. Медик бы пригодился, конечно. Повар. Хэнди. Ладно. Ну, мне все равно кого брать, лишь бы он был без отрицательных. Джинс помешанный. Короче, иди нафиг. Иди нафиг. Иди нафиг. Кок-кок и медик любит спать. Иди нафиг. Кого в пилоты? Ну вот этот чистый медик, но зато без минусов. Мне, конечно, жалко, мне не нужны как именно вот. Дай медика возьму, но возьму его в пилот. Красно-синий, красно-синий, синий. Синий. Еха, да. Где-то там. Давайте заюзаем. Yes, sir. Ты... Где пилот? Вот пилот. All right. Хреначу. Так, баблишка есть. Доходы невелики, но баблишка есть. Ну, тут бонус прослан, да. Но не страшно. Ну, какой радиус-то теперь? Ну, вот, вот до сюда. Нормально, хороший радиус. Yes, sir. Билдинг out of service. Какой билдинг-то out of service? Этот? Все норм. Непонятные ребята, ну ладно. Слушайте, больных очень много, они прям так хромают. В чем проблема? А, у тебя джинкс. Да, понятно. Ракета крутится. Еды мало. Крестом же. Так, где мои сильные и независимые перевозчики? Yes, sir. Ты есть куда пойти? Вот то. Copy that, boss. Так. Где мои слабые тщедушные перевозчики? Okay. Тут поваров не хватает, но это, в принципе, страшно. Там парочка есть, уже пойдет. Я, правда, не знаю, может, я зря свирепствую так с поварами. Может, им это не так важно. Блин, никто не хочет привезти туда еду. Ну, как бы хорошо бы. А, смотрите, тут даже трое едут.
Yes, sir. Не может найти? Ты чё? Странная. Так, ладно. 912 недавно науку потратил, да? Ну хорошо, в плюсе. Сижу, пока коплю деньги. То есть мне бы хотелось, конечно, улучшить тут разное. Я пока сижу, пока коплю. Потому что уж очень потратился. У меня хотя бы 1060, чтобы было. Уже не бонус, но... Вот это сейчас добьем, мне кажется. Так, кого давно не проверял? 70 ресерчер. Снайпер? Yes, sir. А фиг ли ты тут делаешь, снайпер? А, ты на команду тренируешься. Ок. Понял. Вообще, я бы апнул уже, наверное, тогда вот эти здания. А мне пока нечем. А, ну людей нет, все нормально. Да, я пока не заказал туда. Ну, плюс 400 всего. Блин, у меня где-то еще командос качается. Вот не знаю где, но у меня он не один качается. У меня их несколько качается. Кстати, команда посмотрел, что делает. Так, ну это снайпер, он в ледяной ванне плавает. Тут джиггернаут серьезно. Два сразу. А команда есть? Нет, погоди, подрывник. Команды нету. А, ну да, я же ни одного не воспитал, что хочу посмотреть-то. Тоже мне размечтался. 1200. Ну что, 1200 там, не? Не, это больнички, больнички не будут. Больнички, в принципе, тоже хороши, больнички тоже нужны. Че у меня вообще по баракам? 77, 77, 07, нормально. Что-то пустой дом тут стоит. Тут пустые дома, ладно, не буду настаивать. Пустые, пустые. Yes, так. Че, накачался, товарищ? Че у тебя? Ты команда. Тебе скорость. Пошел скорость тренировать. Sure thing. Ух ты. Да еще эти хромые пошли оттуда. Ну да, это шпионы. Либо шпион, либо дроны. Я не знаю, мне не сообщают. У меня надо сеть вот этого всего установить тут. То есть вот эта вот штука, она обнаруживает дроны. Я бы сказал, довольно далеко обнаруживает. А еще ее можно апнуть. И она будет еще дальше обнаруживать. Вот этот радиус тоже есть. Не очень большой, да? И туда не дотягивается. То есть там надо свою ставить. Я прикрыл энергосеть, на самом деле, в первую очередь. То есть она вот добивает. Мне еще тут вышку надо где-то поставить, чтобы у меня вышка стояла и смотрела. Хотя бы за этим перекрестком. Но на вышку надо двух человек. Денежки типа позволяют. Ну, сейчас восстановят. Конечно. Это снайперская, приглубно. Но апнуть это просто денег стоит. Апнуть можно. Домушки, блин, даже не знаю. Ну хорошо бы домушки, конечно. Бараки-то я апнул, а домушки нет. Блин, деньги. Деньги. А вот тут сколько денег жрет, наверное, да? У него какие-то траты есть. Хромают бедолаги. О, да. Вот тут на входе прям вышка ставится. Я бы, честно сказать, ее апнул тоже. 5500, да вы охренели.
Но эти тоже не детские стоят. А вот качалки их. Но это именно в своей специализации. Я не думаю, что надо. Вот эти. Да, эти полезны. Ну, логистика в максимум. Энергию пока подожду. Склады? Ну, тоже дорого. Ладно. Продолжаем караулить. 70-64 мало. Снайпер. Снайпер пыхти. Так, тут повара бегают у нас. 35. Это не серьезный повар. Тут кто бегает? Тут никто не бегает. Самое неходовое. Силу никто не качает. Да вы издеваетесь. Так, мне нужен потаскун-насильник. Эрудит. И дефенсивщик. Ай, хорошо бы. Медик. Потаскун. Потаскун, потаскун, потаскун. Потаскун, иди сюда. А, потаскун будешь. Только я тебя сразу качаться отправлю. Погоди, кого я тебя сделал? А, Enemy Spy, смотрите. Ну-ка, ловить его. Yes, sir. Copy that, качаться. Boss. Лови его. Ну что ты медленно так идешь? Лови. Вот, я его сам увидел. То есть его не кто-то увидел, я его сам увидел. А ну стоять, говорит. А он сейчас дым бросит и убежит. Ну, то есть их не ловит. Обидно, да? Yes, sir. Так, ты в кого качаешься? Ты качаешься в летчика. Ага, иди силушку свою богатырскую качай. Okay. Так, чего у нас? 2000. Че по зданиям? А че у нас с вышкой? С нее человек просто ушел. Ничего особенного. Так. Повар. Повар слаб. Я что тут хотел посмотреть? И не посмотрел. Ученые. 73. Yes, sir. Consider it done, boss. 70, мне кажется, yes, там выше головы. Ага, понял. Research lab, не research lab. Ты кто? Leaderships. А ты что с ним сделаю? Yes, sir. Я его уволю. А то отправлю ученого отсюда. Yes, на 70 обученного. Я вот не понял. Ты котомку собрал? Собрал, все, иди. Yes, sir. Alright. Copy that, boss. Так, кто хилый? Тут вообще орлы. Орлы. Вот, вот yes, не орел. Sir. Иди покачайся. Alright. Потом вернешься. Все, одного уволил. А что-то денег у меня не сильно больше стало после этого. А, ну я одного нанял. Так. Ну я дофига чего могу. Мне понять, кто виноват, что с этим делать. Так, что мне нужно... активнее. Вот это самое неходовое. Давай по очереди. Качалку. Качалку. Так, смотрим. Все то, что оно все более красивое становится, такое вырезанное. Деньги идут, все хорошо.
Больше пока никого не нанимаю. Да. Так, что по людям? Что по людям у нас? Меня интересуют офицеры охраны. Вот у меня четверо. Yes, sir. Но перформанс у нее, видите, 46%. Не так, чтобы вау. 39 за меткость ее. Yes, sir. Я не знаю, есть большой смысл качать вот. То есть, yes, видите, у всех 39. Ну, yes, меткость у них плюс-минус паршивая. А, допустим, я возьму повара. Вот, 91 повар. Yes, а у него, опять-таки, 39 за это идет. То есть, за его характеристику. Я просто, ну, не знаю, я не зря это качаю. Хрен его знает. Yes, sir. Это свои. Опять взорвали. Чего взорвали? Да как вы это делаете? Ну, это точно не дроп. Хотя вот сюда не дотягивается этот пост. Видите? Убирали. Надо пост, наверное, апнуть. Но пока каплю деньги. Хотя деньги я вычитаю, получается. Периодически. А что у нас тут нет? А, он качается, наверное, да? Это последний некачественный. Да. Слушайте, я, наверное, не буду его качать. 48, где я работаю. Okay. Я не вижу, почему оно должно помогать. Ну вот правда. Вот я уберу. 39. Все, нафиг. Я думаю, я впустую качал. Не буду больше мучить поваров. Повар. Yes, sir. Иди. Sure thing. Не сильно тебе это поможет, я думаю. В эффективности, по крайней мере, точно не поможет. Так, ладно. Ну, да, солдата нет, согласен. Но очереди голодных не собираются. Ух ты, что творится-то? Очереди голодных не собираются, ага. А где ее процент? Вот у этого над крышей, а у этого... А, у этого тут над крышей. Не, поваров-то хватает, мне сервисменов надо. Тяжелоатлет, сова. Офицер охраны. Все может. Вот так вот. На все руки. Давай, сервисмен-то у нас. Уху-то уху, а у меня денег-то меньше становится. Побежал, побежал. Ну ладно, беги. Че нет-то? Короче, надо еще вышку. Вот тут. И двух человек. Ну, чтобы перекрыть получше. Они фигово замечают. То есть все шпионы, я так понимаю, входят через, ну, вот, через этот вход. Но вот этот товарищ при входе стоит такой и смотрит. Он ушами хлопает. Но мне бы хоть раз увидеть, чем взрывают. Никого? А то что? На кого учимся? А, понял. Это один из. Никого. Я же говорю, не востребована. Это пилот. Сколько ж тебе еще учиться-то, чувак? А. Ну, он мозги качает. Это ему самое тяжелое. Ждем. Я там даже ускорю сейчас чуть-чуть. Я буду сейчас улучшать здания, потому что они у меня самые все-таки ходовые. Силу я, конечно, бафнул. Ну, знал бы, мозги бы бафнул.
1900, ну скоро уже. Свободных мест нет? Свободных мест нету. А я жду трехместный. А, ну да, под ваш. Все, да. День, ночь. День, ночь, ночь, день. День, ночь. Полная. 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 Комплект. Сейчас вообще тут по этим 46%. Как считаю, это 61% плюс 39, 46%. По мне так 100, но у них 46. Ладно, прокачается. Вырастет их эффективность. Тысяч 700 скоро уже апнется. Кого опять? Ну, не в радиусе, да? Ну, это все шпионы. Это все шпионы, падлы. Вот в паре с этой штукой надо вот этот центр ставить. Хотя их можно раскачивать. Это дешевле, чем лишнее здание ставить. Блин, все хочу. И вышки хочу. Куда деваться? Кстати, обратите внимание, генераторы не взрывают. Не знаю в силу чего. Так, есть. АПМ. АПМ. Мозгоцентр. Да, и как раз там заболел товарищ, который туда. Ну, спидтренинг следующий будет. Ну, никак не могу миссию выполнить. Команда у нас прям самые упертые ребята. Ну, я пилот замен. Смотрим. Помал? Где поймал? Мину закладывал. Его поймали. Ладно, не бесполезен, работает. Я не думаю, что дроны ко мне летают. Мне кажется, что ко мне пока шпионы ходят. Поэтому надо все-таки курс держать на вышке. Но для этого надо прибыль больше. То есть надо прям бахнуть в безопасность. Вышка максимум апнутая. Где-то до сюда она дотягивается. То есть тут надо еще вышку. И там еще вышки надо. Ну, увидим. Увидим. Пошарим. Добавим. У меня еще поваров не комплект. Но это, в принципе, не страшно. Три сервисника худо-бедно тоже справляются. Три сервиса этих. Они в максимум вкачаны. Причем большие палатки апнутые, а вот эти домушки нет. Я что-то как-то... Yes, sir. Что там у тебя? Куда тебя? А, ну переходи. Погоди, стоп, а куда ты переходи? Сила, быстрота, стрельба. А, в силу давай. Understood. Там апгрейженное здание. Доучился. Это мой почти готовый команду. Что-то люди там устали. Так устали, идите отдохните. Стамину потеряли. Бывает. Боеприпас. Двадцать восемь. Тают денежки, тают. Я прям совсем низко провалился. Так, кто там у нас без сервиса? А, ну людей нет.
Не, не могу себе позволить. Пусть хоть маленький, но плюс будет. Блин, мог вместо этой штуки поставить еще одну вышку. Ловил бы шпионов. Потому что, мне кажется, дроны полетят сильно потом. Что-то я вот с этим перестарался. Ну ладно, сейчас еще одну качалку сделаю. Что-то мне 50 надо. Нет, 50 есть, 60 надо, наверное. Мозги 78. Там, наверное, 75 надо, но он еще не докачался. А этот у нас тут пыхтит. А, это тоже, кстати... Это же команда, да? Это команда будущей. Да. Это с нуля качается. С нуля команда. Он крут. Второй-то переучивается. Из Джаггернаута или еще из кого? А это прям с нуля хреначит. Орел. О! Yes, sir. Софи Ларсон. Ты кто? Авиатор. Yes, sir. Иди в авиаторов качайся. Вот, кстати, yes, sir. Что у тебя сейчас? 48. 61? А, давайте посмотрим другого авиатора. Нет, это же Джаггернаут. Авиатор. Вот. Фарид. Yes, sir. 103. Батл ранг у него. Почему 103? Вот что сюда еще прибавилось? Просто его экспат. Конферал 61 плюс 39. Как? Я не понимаю, из чего складывается. Надо им характеристику качать или не надо? Ничего на это нет. У него все равно с характеристик плюс 39. Вот кого не возьми. Yes, sir. У него с характеристики 39%. Или он берет 39% от характеристики. Не знаю. Просто скажу, что характеристика качается очень быстро. О, тут готов. Yes, sir. Команда. Yes, sir. У меня есть команда. Ну что, посмотрим, что он будет делать там, а потом отправим на миссию. Потому что бонус все равно давно кончился. Так, могу еще что-то апнуть. Быстроту. Вообще не заметил, что изменилось, ну ладно. Так, команда идет в свой домик на отшибе. Странная команда. Давай маленькую скорость сделаем. Ну давай, покажи нам класс. Из лука стреляет, ну Рэмбо. Да все, все, все застрелил только второго раза. Покажи нам что-нибудь интересное. Ой, а почему минус? А, потому что я проапгрейдил здание. Так. Давай, следующий переходи. Блин, зачем у старого лука стрелять? Это нудный как бы команда. Там еще стреляют вообще. Ну все, все, успокойся уже. Давай, следующий. Я тут уже бутылки кидать. А, нет, у тебя автомат какой-то. Ладно, на жопу кидай. Тоже хорошо. Че, травмированный или что? Не, нормально вроде. А сюда? Ладно, не хочешь. Да на миссию полетишь. Sure thing. Sure thing. Okay. 129 sure приносит. Ты изверг. Погоди, я не отправил, что ли? Старт.
Крут. Давай, спорим. Очень хочу узнать, как с процентами. Ай. Ладно, мне скажут. Мне скажут, что с процентами. А то с деньгами-то у меня не очень. Хотелось бы процентов побольше. Знаете, а может быть даже повара сейчас нанимать пока не буду. Да, не биби. У меня сейчас, скорее всего... А, ну ремонт у меня, наверное, не знаю. Бесплатный, наверное, у меня ремонт. Тоже неизвестно. Так, ну по людям все хорошо. А эти здания у меня максимум уже? Да, максимум. Ну вот фиолетовый еще сделать. Просто все-таки базовые скиллы надо качать сильно. Так, в слабой перспективе вращиный домик. Психологическая разгрузка, чтобы они после миссии быстрее вся приходили. Но сначала надо вышки охраны везде натыкать. Успех, да. Это просто деньги. Обламинг. Я территорию не захватил. Что такое, что такое, что такое, что? Ловить. Поймали шпиона, лови его. Гони его. Убежал. Мало стамин. Ну, бабла подсыпали, да. Два команду надо. А, у меня на грани там где-то команда сидит. Астоловиста Жантин. То есть ее сейчас мы замочим. Это было бы классно. У меня последнюю команду найти, где он у меня. Вот он. Но ему еще прилично. Yes, sir. Эй, не то нажал немножко. Ты ж тут сидишь. Морда. Ага. Он просто по рингу бегает, я думал, с кем они здесь дерутся на ринге. А, вот бегают по рингу. Ну, сейчас ему чуть-чуть осталось. 74, давай еще одну и пойдем быстроту качать. Все, есть. Yes, sir. Copy that, boss. Oh, man. Так, мне еще стрелковку надо будет тапнуть. Что за звуки странные? Ладно. Ну, 9000 я хапнул хорошо. На какое-то время мне хватит. Да, ведь следить за ним. А все, он уже набегал. Yes, sir. То есть ему чуть-чуть прям было. Стрелка. Copy that, boss. Ну и все. Yes, sir. То есть ему реально тут осталось чуть-чуть. Вот ты бы мне еще написал, сколько тебе чего? А, вот 67. То есть, а ему надо 75. Я думал, сейчас быстро. Причем он ночник. Он за ночь сейчас накачается. И вторую команду будет. Отлично, отлично. Давай, работай, товарищ. Я слежу за тобой. Мало того, я сейчас апну здание со стрелковкой. А, 1900, там еще не 1000, а, 1883. Давай, еще чуть-чуть. Скользнулся, бывает. Так, есть. Все, все здания топчик. Yes, качайся, качайся быстрее. Так, два очка осталось. Одно. Второй команды готов. Yes, sir. Так, и на миссию. За бабло. Alright. Understood. А чё у меня танкист только один? Надо посмотреть, что с танкистами, на них танкисты. Roger that.
За тот же Джаггернаутов 3 штуки. Но я кого-то из них переучу, конечно. Roger that. Sure thing. А тут серьезно. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас с командом последним, уставшим, лысым. Это новый. А, ну нормально, он сейчас отдохнет. Бонус жалко, но еще жаль, сейчас кого-то убьют. Давайте-ка, ну. Не так много нужно, так что пусть. Это выносливость садится, он сейчас спать побежит. Ну, не страшно. Причем это разнорабочий у меня. Деньги в минус. Нет, надо денег. Надо. Сильно надо денег. Я, может, прервал ему отдых, но это не очень хорошо. Тут можно cancel нажать и все. Блин, и с танкистами беда. Ну просто деньги жалко. Так бы я танкистов сейчас еще нанял. Ну танкиста одного. Я, видимо, из него там выучил кого-то, Джаггернаута, еще кого-то. Ну давай, чуть-чуть. Готовченко. Так, обычная скорость. Consider it done, boss. Вперед. По-моему, кирдык этот, Джанин. Так, все, я на ускоренку. Ждем. Ждем прихода бабла. Вот там точно территория будет. А че медику не везут? Медичку не везут? Ну ладно, я не настаиваю. Персонал добавлять надо. Хотя повара справляются. Слушайте, ночники, дневники, а вы это, я понял. Yes, sir. Дальше sure ты где будешь? Тут чего у вас? У меня дневная столовая и ночная столовая, да? Два дневных. Ну нормально, они в противофазе. Так, на что очки-то тратить? Не, ну всегда могу на ушку пахнуть. Травмированных солдатов, вернувшись с миссии, она в себя приводит. Проблемы со стоном. Вот это после миссии. Травмированных. То есть это не отдых быстрее. Ну ладно. Сейчас у нас затишье. Тишина. Никто не качается. Но в специализированных качаются. А... Да что ж вы делаете-то, ироды? Вышку. Хочу вышку. Командор! Бабай! Ну ладно. Джантинона. Что случилось? Да. Просрала ты все на свете. Да. Джули Леро. План, да. Ну, короче, нафиг. Они прикольные. Но много болтовни. Джанин. Неудача зла. Получено. Достижение. Герой разлучен. Джули Лерокс. Можешь сменить героя на текущей панели героя. Сейчас посмотрим.
Что это такое? Что-то на текущая панель героя. А где у нас панель героя? Я не знаю. Камуфляж. Я хрен узнает панель героя. Не вижу. Не вижу. Так, сейчас сменим поставщика лекарств. И бабло, как видите, есть. Я более чем уверен, что поставщик лекарств. А, вот. Тут по-другому. Тут дешевле доставка. Но вдвое дороже за юнит. Ну, тут копейки. Меняем поставщика. Так, сюда нужно послать одного врача и одного повара. Ну, давай. Самого тухлого повара. Хотя они быстро растут. А это вкачанный. Ёкарный бабай. Это спать любит. Ну, блин, меня прокачанных жалко. Они же качались. Давай тебе. Ну, врачи все примерно одинаковые, да, вот этого с минут всякими. А я двух не могу запустить, да, на миссию. Жалко, я бы хотел. Тут-то без проблем. Roger that. Understood. А вот шпионов. Understood. Ну, неплохо. Я назначил, там видно будет. Так, что опять час просидел? Ну, сами понимаете, такое оно. Just another victory! Nice work, squad! Я их продал за кучу денег. Гелипорт нет. Ну, давай. Все, все. Гелипорт. Да ты окстись. О, прилетел. Не, бонус побольше. Полетел. Отлично. Вертолет только шныряет. Хорошо, все. Так, стоп, пауза. Пауза, 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 пауза. Пауза. А что мне надо? Я только что просрал одного ученого и одного повара. Ой, одного врача. Врача и повара. Мне нужны врач и повар. Врач-повар, и на заработанное надо поставить вышку. Так, кто? Кук. Ты идешь нахрен. Ты идешь нахрен. Меткость. А, у меня же команду крякнулся. Да стойте вы, чего переключаетесь, задрали. Нет, медик, 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 медик. Эрудит. Офицер охраны тоже пригодишься. Вот, медик. Ты медик. Пошел. Так, пауза. Еще мне нужен повар. Повар, но... Он на миссии может повредить себе ногу там, или что он там повредит. Но он-то не на миссии будет, поэтому повар пошел. Yes, sir. Дневной. Кстати, ты не ночным должен быть. Два ночных, один дневной. Два дневных, один ночной. Все правильно. Так, вышку. Ибо задрали. Вот эта вышка, смотрите, хорошая вышка. Я не пойму, почему она... Ну ладно. Её же не надо апгрейдить? Не надо. Так, хорошо, мне нужен офицер охраны.
Это не мой офицер охраны. Мне нужен еще офицер охраны. Его нету. А, ждем. Так, ты будешь учиться на... Я думаю, на команду сразу. Выходи давай. Мы сейчас тебя назначим. Ну и все, я сейчас на этом закончу. Yes, sir. Вот я не знаю, сразу на команду или сначала его на кого-нибудь еще. Да, в принципе, мелочиться-то. Просто я сейчас Джаггернаут тоже сдали на команду. Так, кто у нас из Джаггернаутов достоин пойти учиться на команду? Жрет много. Нужно много свободного времени. Но вот этого переучить проще. Yes, sir. Давайте Анну на команду учить. Understood. Ну тебя все надо. Все в 75. Ну. Пошел, со скорости начнешь. Так, тут один офицер охраны. Один. Ночника туда еще надо. Так, вообще никто не хочет это дело починить. Нет офицера охраны. Так, ты жопу иди отсюда вообще. Ну-ну-ну, давайте еще чуть-чуть мне. Миссия, кстати, без бонуса. А, я уже запустил. Бонус уже в ней. Я не пойму, почему никто не хочет тут починить. Что за фигня? Кто идет? Давайте. Хочу охранник. Сразу идешь. Блин, меня даже внутрь не пустили. Ученые, елки. О, чинит наконец. Все, возвращайтесь, ребят. That was a fine victory. Да, это была славная победа, да. И баблище, баблище славное. Так, чел у нас, давайте что-нибудь улучшим. Фирмари, а это физиотерапия. Ну, ноги они тянут. А, давайте вот психологическую. Пом. Ну и давайте ее бахнем. Так, здоровьюшка. Ок, я тут дорогу поставлю. Что-то там не стыкуется, ну ладно. Так, врача. Вы мне не нравитесь, ни один, ни другой. Пошел. Пошел. А можно мне нормального врача заполучить? Стопе. А вот тут еще Дарквотер какой-то. Ничего не захватили пока, нет. А, ладно. Что у нас, танкист? А, танкист только с миссией пришли, хорошо. Бонус просрем, потому что танкисты только что с миссией. Ох. Но я не хочу, кого попало, в охрану-то брать. А? Хотя с другой стороны, редко бывает. Ладно, чувак, ты нанят. Я не хотел, но ты нанят. Вали.
Все, запахайтесь взрывать, козлы. О, кто пришел? Ну, кто ты? Врач? Офицер охраны, да елки. Нанят. Сейчас я найду того офицера охраны. Который не офицер охраны. Что такое? Так. Вот только я нанял, да? А я не могу его переиграть. Мост и Игл, я помню. А, да, я у него не это. Ты же не можешь? Нет, не можешь. Можешь пока сейчас только пойти. Может, не успел прийти, ты уже уволен. Yes, sir. Understood. Так, а ты начник. Understood. Все. Сразу битка под жопу. Ты нам не подходишь. Все, кого-нибудь для врача надо. Так, танкисты. Блин, вот натурально не отлипнешь, да? Yes, sir. Но у них отдых, ладно, я немножко прощелкаю. Не надо биби. Девка, ты еще об этом не знаешь, но ты врач. А что делать? Вот такой врач. Какой есть. Денежки тают. Есть чего жахнуть? Ну, в принципе, врачей, да. Можно, да. Нет, я еще подкоплю. Давайте вот домики. Пусть люди хорошо отдыхают. И пошли апгрейдить. А можно оптом как-то, нет? Выделить нельзя, нет? Ну, без вариантов. Буду жамкать на все. Там внутри что-то изменилось. Ну да, отличаются. Все теперь будут высыпаться. А потом не следующий апгрейд. Представляете, сколько я домиков буду апгрейдить потом. Увлекательное занятие. А тут нет, кнопки сразу все, да? Нет, тех три. Не готово, ребят. Не готово. Надо танкистов посмотреть. Я с героями не понял. Что за герои, где его едят? Тут я нигде не вижу. Yes, sir. С достигнутыми головами. Да, с достигнутыми. Yes, sir. Yes, sir. Чуть-чуть ему осталось. А, ему не надо. Героев нету, я не знаю, блин.
повар. Герой. Медленно восстанавливается. Идет сюда. Так. Поймал. Успел, он идет взрывать, видите? Блин, пока слезет, то все взорву. Я же говорю, шпионов взрывают, не дроны, блин. Взрывай, взрывай, пошло. Не-не-не, иди нафиг. Все, так. А, танкист. Yes, sir. Yes, sir. Отлично. Это что такое? А, надо вышку пролетать здесь. Погнали. Understood. Okay. А, дочка им побольше. Understood. Вот, ну, враги просто задавлены. Так, короче, я все сделал, что хотел. А, давайте еще попробую врача найти из этого всего. Врача тут нету. Есть повара. Я дождусь врачей. Ну что ж, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч. Повторюсь, игра офигенная.